Еще позавчера здесь, в центре Бостона, находилась финишная черта. Теперь этот квартал оцеплен. Многие участники марафона приходят к месту трагедии. Бомбы взорвались прямо у финишной черты, которую я пересек. Моя супруга была там же. Мы тоже могли пострадать. Это ужасно. Жуткие кадры. Несколько участников бостонского марафона уже приближаются к финишу, когда взрывается первая бомба. А через несколько секунд гремит второй взрыв. Теперь ФБР лихорадочно ищет улики, которые могли бы вывести следователей на личности преступников. Однако до сих пор не задержан ни один подозреваемый. Слухи о том, что были и другие, не сработавшие бомбы, полиция опровергает. Сотрудники безопасности находятся в городе повсюду и даже перед больницами, куда доставили раненых. Некоторым из пострадавших грозит ампутация. У многих пострадавших очень тяжелые ранения, в особенности в нижней части тела. Это рана от взрыва, а также от металлических деталей, которые попали в их тела. Правительство в Вашингтоне официально заявило об акте терроризма. Каждый раз, когда из-за взрывов страдают невинные граждане, можно говорить о теракте. Мы не знаем, кто это сделал и почему. Также не ясно, идет ли речь об организации или о террористе-одиночке. Рано утром во вторник полиция обыскала один из домов в пригороде Бостона. Сотрудники службы розыска дали понять, что это имеет отношение к взрывам, но не раскрыли подробностей.